Всем привет, ребята. Передали сегодня снег. Вообще не видать этого снега. С утра разговаривал со своим другом, там что-то сыпало, знаете, снял, а буквально через полчаса все растаяло, плюс 4 градуса. Мы на этом огромном доме, опять-таки же на этом огромном доме, только что был на другом, сделал там поправки, продан дом. Вот такие вот они каркасники. Да, ребята, кто спрашивал, в Канаде какие дома, монолитные, каркасные? Нет, ребята, каркасные дома. Все вот, вот эти дома, которые строятся приватно, не многоэтажки, понятно, многоэтажки, там они монолитные, с бетона. Ну, конечно, 50 этажей каркасников нет. В Канаде, кстати, разрешили до 4 этажей или до 5 этажей уже строить каркасные дома. То есть они все-таки выдерживают хорошие нагрузки. Это каркасный дом, обшит в один кирпич этим кирпичом, декоративным кирпичом, там разные там есть расцветки. Потом натуральным камнем. Есть канадский камень, есть китайский камень. Не удивляйтесь, китайский камень тоже самое натуральное. Все-таки через океан привозят к нам. Вот такой он. Дек, терраса. Здесь обшит не доской, а скорее всего, инженеринг. Да. Ну и заходим. Заходим. Это бейсмент. Огромнейшие потолки. Потолки высотой до 3 метров. То есть 11 фит. 11 фит это 3 или 10 или 11. Короче, 3 метра или 3-10. Сейчас, секундочку, закрою дверь. Оп! Чтобы уже это. И в бейсменте вот как оно. Смотрите, какая. Какой. Блин, не видно. Снимаю, а не видно. А ну-ка, уменьшь громкость, чтобы меня было слышно, а не, пожалуйста. А, тоже, да? Окей. Короче, вот. Не, вот это я снимал, но я не выставлял, Анжелика нервничает. Вот, блин, вот так, ребята, работать на работе. Трудиться надо, а не снимать. Это бар. Здесь будет, короче, барная стойка. Камин с такого гранита. Вот. Музыка играет, конечно, Анжелика там трудится. Я приехал пообедать и на следующий объект. Заодно сниму и выставлю. Живой блок. Какой он. У нас бейсмент. А потом там умывальник, душевая. А здесь клозет. А здесь у нас обогрев. И так дальше все. Эти. В общем, сами смотрите. Подогрев, обогрев и так дальше. Там еще одна комната. Здесь комната будет сушилка, стиралка. Уже поставили вот такие шкафчики. Кто спрашивал о шкафчиках? Шкафчики и все остальное красятся в фабричных условиях. И цвет уже мы вот подбираем. Там разные краски. Фабричные краски. Галлон стоит где-то $300. Ну, в общем, вот такая вот работа. Мы зашпаклевали дерево, оттерли его и загрунтовали грунтовкой 1, 2, 3 зинзер. И сейчас Анжелика поставила всюду герметик и все аккуратно. Оно слилось как целое монолитное дерево. Хотя оно с 1, 2, 3, 4 куска. Вот так мы делаем. Потом мы покрасим дерево, и после этого мы уже обводку делаем стен. То есть вверх-вниз, возле дерева, и закатываем. Никто не задувает, закатываем. Это намного быстрее и
принципе, качество одно и то самое. Один в один. Вот только что я был на доме, где ребята задували, посмотрел, даже при задувке полосит. Я говорю, что это такое? Да мы там на крест потом сделаем вот так. Блин, маляра от Бога. Он говорит, а что, у тебя нету полос? Я говорю, а я валиком катаю. Это тяжело, валиком, что ты там, валиком. Короче, тяжело им. Они не умеют обводить кистью. Настоящий профессиональный маляр должен работать идеально кистью. Все, ребята, всем всего хорошего, всем пока, всем удачи, всем до встречи.